Стальной хват России, привет большой. Александр Анатольевич приехал познакомиться с 10-м твистером. Ну и, в общем, тут сейчас идет волна сгибания твистера хватом overhand. То есть ладонь смотрит вниз. Вот десятка. Денис Леонидович, привет. 10-й твистер. Анатольевич, ну погнали. Посмотрим, сколько Анатолий сможет сложить раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, поспеши, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 20. Ребят, значит, 20 раз. У кого на руках 10-й твистер, это 10. Покажи торец еще раз. У кого на руках 10-й твистер, попробуйте сделать больше. А мы с Анатольевичем попробуем тогда перебить ваш результат. Но все честно, на одном твистере от Дениса Леонидовича, компания «Сила руков», для Максима Цуканова. Привет, привет, ждем ответку. Ну, не просто, да? Не просто. Да, это намного потяжелее, чем ладонями вверх, так называемым андерхендом. Немножко траектория другая, вылом идет другой. Все, ребят, здоровья, встречаемся в обители, пока.